На первый взгляд, виртуальная реальность – это прекрасные компьютерные миры с живописными пейзажами, красивыми историями и благородными героями. Но если приглядеться, то становится очевидна обманчивость кажущейся идиллии. Виртуальная вселенная вовсе не так дружелюбна. Это пространство, населенное всем самым зловещим, что могло быть придумано человеком. Все самые темные стороны человеческой натуры выползают наружу. Сотни и тысячи людей приносятся в жертву. Целые города и страны стираются в порошок. Мы представляем вам самые враждебные человеку грани виртуального измерения. Вы узнаете о том, кто горит лютой ненавистью к человечеству, для кого людская жизнь – вопрос нескольких долларов, кому ничего не стоит истребить целый народ и даже не вспомнить о его существовании. Вы поймете, видеоигры – это не игрушка, это проекция самых мрачных сторон человеческой души. В эфире программа «Страшно интересно». Готовьтесь, в ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. С красивыми женщинами нужно всегда держать ухо востро, особенно в виртуальном мире. Сегодня мы познакомим вас с 10 самыми роковыми женщинами виртуального мира. Будьте бдительны, иначе они запросто обведут вас вокруг пальца. О коварстве женщин немало сказано слов и сложено песен. Их умение скрывать за очаровательной внешностью свою истинную натуру и намерение во все времена поражало и нередко губило представителей сильного пола. Даже самые прожженные герои и закаленные мужи становились жертвами искусных обманщиц. Одна из таких обольстительниц обвела вокруг пальца самого Беовульфа, отважного геотского воина, освободившего королевство от страшного чудища. Это была мать Гренделя, убитого героем. Используя свои колдовские чары, представ перед мужчиной в облике прекрасной девы, она совратила его, чтобы позже родить от него его же дитя, еще более безжалостное, чем Грендель. Обманутый Беовульф не подозревал, каким последствиям для него и его народа может обернуться минутная слабость, ведь он не знал, что под маской дивной обольстительницы скрывается кровожадный дракон. Обезумевшая от ненависти к людскому роду после смерти сына, мать поклялась уничтожить весь живой род, и народы Дании узнали, каков на вкус гремучий коктейль из женского коварства и женской ярости. Мать Гренделя, обольстившая Беовульфа, чтобы позже расправиться с ненавистными людишками, открывает десятку самых роковых женщин виртуального мира. Бог не зря наделил Нину ангельской внешностью. Образ хрупкой белокурой девочки с ярко-голубыми глазами являлся идеальной маскировкой для профессионального киллера. В детстве, постигнув мастерство владения различными видами боевых единоборств, она в юном возрасте была замечена спецслужбами. Джеймс Бонд в юбке. Нина стала выполнять под прикрытием задания ЦРУ и МИ-6. Самые отвязные негодяи и рецидивисты, преступники с богатым стажем, как зеленые и необстрелянные сосунки, теряли бдительность и попадали в сети обольстительницы. Кара настигала мерзавцев в самых неожиданных местах. От тщательно охраняемой загородной виллы до ринга на соревнованиях по боям без правил. Искусное владение боевыми навыками не давали усомниться в исходе поединка. Красавица Нина стала злым роком для тех, кто перешел дорогу ей и ее нанимателю.
Как истинная роковая женщина, она с легкостью обводила жертв вокруг пальца и приводила приговор в исполнение. За эти свои качества Нина из серии «Tekken» взобралась на 9-ю строчку сегодняшнего хит-парада. Во второй половине 20 века вампирское братье не на шутку распоясалось. Численность созданного ими культа Кейгана достигла таких размеров, что масштабы их кровавой деятельности стали устрашающими. Вот только планы упырей захватить мировое господство были обречены на провал. Виновником оказался их кумир Кейган, который в прошлом совершил роковую ошибку, жестоко изнасиловав обычную женщину. В результате этого кровосмешения родилась девушка, которую нарекли Рейн. Именно ей суждено было стать той, кто воткнет осиновый кол в само существование вампиризма. Это рыжеволосая бестия, вампир-полукровка, обладающая силой и ловкостью вампира и при этом спокойно переносящая солнечный свет. Вкупе с лютой ненавистью к своему биологическому отцу, эта девица настоящим дамокловым мечом нависла над всеми кровопийцами. Вооружившись двумя смертоносными клинками, мощными пистолетами и обширным вокабуляром отборных ругательств, она начала беспощадное преследование кровавой нечисти. Расстроившая все планы мирового вампиризма, грозная Рейн из Blood Rain 2 удостаивается 8-го места в пантеоне роковых женщин по ту сторону экрана. Оставайтесь с нами, и через пару мгновений вы познакомитесь с ударом молнии. Узнаете, кто виноват в утечке Т-вируса. Научитесь тому, как сыграть на чувствах влюбленных. А также многое другое. Не переключайтесь. В древности существовало поверье, что если на борту корабля женщина, жди беды. Возможно, подобные страхи в реальной жизни преувеличены, но в виртуальной вселенной от дам лучше держаться подальше. Они словно мощный дьявольский магнит притягивают неприятности. Мы продолжаем обратный отсчет самых роковых женщин виртуального мира. Какой изощренный план по завоеванию мирового господства не придумал бы злодей? Всегда найдется тот, кто сможет нарушить эти планы. Даже на самое отъявленное коварство бывает управа. Так случилось и с Бизоном, который, опираясь на могущество своего криминального синдиката Шигалу, намеревался стать диктатором мира. Но нашлась та, которая начала с огромным рвением вставлять палки в колеса взорвавшемуся солдафону. Чун Ли, чье имя с китайского переводится как «весенняя краса», была не просто очаровашкой, при виде которой у мужчин перехватывало дыхание, а сердце начинало биться. Девушка работала ни много ни мало агентом Интерпола под прикрытием. У нее была очень простая задача – проникнуть на проводимый злодеем турнир «Уличный боец» и тайно внедриться в Шагалу. Но вовсе не желание подняться на ступеньку по карьерной лестнице заставило ее взяться за эту работу, а жажда кровавой мести. Несколько лет назад Бизон собственноручно убил ее отца. Теперь пришла очередь Чун Ли. И видит Бог, на месте Бизона теперь не захотел бы быть никто. Скорбящая по отцу Чун Ли из серии Street Fighter, непревзойденная обольстительница и обладательница смертоносного удара молнии, попадает в список самых роковых женщин виртуальной реальности. 7-е место. А
Ада Вонг, женщина-вамп. Жгучая брюнетка в красном платье, ставшая правой рукой Леона Кеннеди, полицейского, отправленного на поиски похищенной дочери президента США. Он встретил ее впервые в злополучном Раккун-Сити, ставшем могилой для всего зараженного населения города. Тогда молодому полицейскому удалось остаться в живых и покинуть злосчастное место. Ада погибла. Каково же было его удивление, когда 6 лет спустя он увидел ее в добром здравии, в похожей ситуации. Зараженная Т-вирусом деревня, толпы зомбированных и мутировавших аборигенов и общее задание. Только благодаря ей полицейский смог отыскать и освободить президентского отпрыска. Но когда уже казалось, что хэппи-энд близок, Ада поведала о своих истинных намерениях. Являясь агентом неизвестной организации, она должна была сохранить образцы вируса, что и сделала, несмотря на протесты Леона. Женщина-вамп Ада Вонг из Resident Evil 4 расположилась на 6-й строчке хит-парада самых роковых женщин игровой вселенной. Ай, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Не могу поверить. Когда Айзек Кларк получил это видеосообщение от любимой девушки, находящейся на терпящем бедствии космическом корабле Ишимура, он, не раздумывая, записался в спасательную экспедицию. Фраза обрывалась на полуслове, но мужчина даже и не сомневался, что найдет свою Николь и спасет ее. Не переживай, мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Однако уже на подлете к потрошителю планет стало ясно, внутри гиганта не все в порядке. Что за черт? Когда же Келлион с грехом пополам пристыковался к Ишимуре, его экипаж стал свидетелем ужасной трагедии, разыгравшейся там некоторое время назад. Безлюдные отсеки с раскиданными по полу окровавленными частями тел облюбовали отвратительные, неописуемой мерзости агрессивные существа. Один за другим спасатели становились жертвами этих тварей, пока в живых на всем этом гигантском судне не осталось лишь двое – сам Айзек и Кендра Дэниелс. Все произошедшее казалось бесчеловечным экспериментом правительства над людьми, и Ишимура был обречен с самого начала. Николь, которая, как казалось Айзеку, помогала ему на борту проклятого потрошителя, на самом деле уже давно мертва, а полученное сообщение всего лишь приманка. Так хотелось поговорить с кем-то. Все разваливается на части. Николь Бреннан из Dead Space, сама того не подозревая, за руку привела своего возлюбленного в ад, тем самым заслужив 5-ю строчку хит-парада. Все началось с того, что военному доктору Джеку Мейсону было поручено доставить в штаб замороженное тело девушки по имени Карина. Когда транспортный корабль уже приближался к месту назначения, он был неожиданно сбит и на огромной скорости врезался в землю. Очнувшись после катастрофы, Джейк обнаружил, что загадочная девушка сбежала. Мейсону ничего не оставалось, как отправиться на ее поиски. Ведь это была не просто девушка, а чудовищное биологическое оружие во плоти. Карина была создана расой Шрауд для уничтожения людей. Она обладала сверхъестественной способностью производить сильнейшие выбросы энергии из тела, при этом оставаясь невредимой.
Такую бомбу замедленного действия необходимо было нейтрализовать. Но доктор рискнул. Он решил передать женщину в стан Шраудов в обмен на обещание воскресить его мертвую дочь. Глупец, он не догадывался, что циничные враги и не собирались сдерживать свое слово. Goodbye, Jack. Ему ничего не оставалось, кроме как пустить пулю в лоб. А Карина из Перая, которая не только не вернула Мейсону дочь, но и стала палачом людского рода, попала в компанию самых роковых женщин на 4-е место. После короткой паузы вы узнаете тройку женщин, по чьей вине произошли самые непоправимые события в цифровой вселенной. Оставайтесь с нами. Они разбивали сердца мужчин, обводили их вокруг пальца, добивали своих целей, используя главное оружие – красоту. Сильная половина человечества так и не выработала от этого иммунитет. Перед вами тройка самых роковых женщин по ту сторону экрана. Если бы зерги просто расправились с Сарой Керриган, самой масштабной авантюры 25 века можно было бы избежать. Однако коллективный разум этих инопланетных существ, оценив выдающиеся экстрасенсорные способности девушки, решил оставить ее в живых, предварительно инфицировав. Так на свет появилась королева клинков, которой суждено было сыграть одну из главных ролей на сцене театра военных действий. Благодаря своему умению воздействовать на психику окружающих, Сара прибрала к рукам контроль над Улием и стала ни много ни мало величайшей покровительницей зергов. Бывшая подданная тиранского правительства Доминиона, новоиспеченная королева, повела свою новую армию против тех, с кем еще недавно делила армейский паек. Из вчерашнего боевого товарища она превратилась в безжалостного врага, от рук которого пострадали миллионы. Сара Керриган сильно изменилась и внешне, преобразившись в покрытое чешуей чудовищное подобие медузы Горгоны. Судьбоносные последствия ставят Сару Керриган, а ныне королеву клинков из StarCraft, в один ряд с самыми роковыми женщинами по ту сторону монитора. 3-е место. Он изо всех сил хотел помочь умирающей жене. Читал медицинскую литературу. До последнего надеялся на чудо, но его так и не случилось. Мэри умерла, оставив убивающегося горем Джеймса Сандерленда одного на белом свете. Когда через 3 года ему пришло письмо от покойной жены с приглашением приехать в Сайлент Хилл, он опешил. Это было похоже на злую шутку. Но когда мужчина прибыл в городок, пришло время удивляться еще больше. В этом страшном месте обитали загадочные существа, а его жители больше походили на выходцев из потустороннего мира. Анжела, маленькая Лора, неудачник Эдди, непонятно откуда взявшийся пирамиды головой, снова и снова убивающий девушку Марию, так похожую на его погибшую жену. Все происходящее виделось слишком нереальным, а объяснение казалось еще более страшным. Сайлент Хилл, таким, каким он его видел, был лишь плодом его больного воображения. Символом страданий за совершенное убийство Мэри, ставшей для него истинно роковой женщиной, хоть и после смерти. Письмо из преисподней от Мэри из Silent Hill 2 поведало нам о том, что она стала второй в сегодняшнем судьбоносном листе. Какая обольстительница самая очаровательная? Кто из них причинил окружающим больше страданий? Давайте пробежимся по всему списку роковых женщин виртуальной вселенной, прежде чем назвать чемпионку. Открывает 10 роковых обольстительниц мать Гренделя, обманувшая Беовульфа, чтобы позже родить от него дитя.
Белокурая зеленоглазая красавица, участница боев без правил и наемный киллер в одном лице. Нина из серии «Tekken» устроилась на 9-м месте. Восьмая в пантеоне роковых женщин – грозная Рейн из «Blood Rain 2», расстроившая все планы мирового вампиризма. Своим фирменным ударом молнии Чун-Ли из серии «Street Fighter», уложив по дороге Бизона, пробивает путь к 7-му месту среди судьбоносных красавиц. Женщине-вамп Ади Вонг из «Resident Evil 4» – самое место на 6-й строчке топа самых судьбоносных красавиц игрового мира. 5-ю позицию облюбовала Николь Бреннан из «Dead Space», за руку приведшая своего возлюбленного в космический ад. Карина из «Пэрайя», имевшая неосторожность стать ходячим биологическим оружием, грозящая человечеству полным вымиранием, на 4-м месте. Открывает тройку Сара Керриган из «Старкрафт», инфицированная зергами и ставшая величайшей королевой клинков и истребителем тиранов. Письмо из преисподней от Мэри из «Silent Hill 2» поведало нам о вице-чемпионстве в состязании самых роковых женщин цифровой вселенной. А сейчас самая роковая женщина по ту сторону монитора. Если бы у Макса Пейна спросили, какая женщина оставила самый глубокий след в его жизни, он наверняка назвал бы не свою жену, которую любил и чью смерть переживал невероятно тяжело, а Мону Сакс. Эта девушка стала его ангелом-хранителем, уберегавшая его от смерти, спасшая его заблудшую душу, освободив ее от страданий. Без помощи Моны я был бы уже трупом. В первый раз за столь долгое время я чувствовал, что не хочу умирать. Они познакомились при очень необычных обстоятельствах. Девушка, которая выполняла грязную работу киллера, дважды получила заказ на устранение полицейского Пейна. Но возникшие к нему чувства заставили ее забыть об убийстве. Неожиданно вспыхнувшая любовь изменила все планы криминальных боссов Нью-Йорка, пытавшихся убрать неугодного стража порядка и утопить город в крови. Она, наплевав на возможные последствия, не боясь мафии, присоединилась к Максу в его борьбе с преступным сообществом, чтобы быть ближе к нему и помочь в случае опасности, а возможно и спасти жизнь. Так и случилось. Мона снова и снова доставала возлюбленного из разных передряг. Вот только не смогла уберечься сама, погибнув от пули мафиозного босса Виктора, застреленного позже мстящим Пейном. Думал, что достал меня, Макс, да? Мона Сакс из Макс Пейн 2. Самая роковая женщина виртуального мира. Черт. Не вышло из меня сильной женщины. Только что по подиуму продефилировали 10 самых роковых женщин игрового мира. Не все они отличаются коварством, но каждый из них, так или иначе, стала виновником череды событий, приведшей к катастрофе. В следующих эпизодах мы будем продолжать знакомить вас со всеми самыми отрицательными проявлениями виртуального мира. Смотрите нашу программу, и мы обещаем, вам будет страшно и интересно.